Привет! Я вас никак... Ой, заскучала за вами. Как-то времени не было выходить. Но все равно решила снять короткое видео. Вот идем с сыном. О, смотрите, ну какая красотень, а? Вон, смотрите, ну мы грибы нашли. Нашли мы грибы. А это эти сыроежки. Не, Владик, нельзя. Вот, помахай. Идем мы на такую площадку, очень интересную. Вот, хочу показать. Я тут ни разу не была. Это детская площадка. Вот, хочу показать вам. Смотрите, она прям в лесу. Вот, вокруг лес. Вот, вокруг лес. Вот, а это площадка. Вот, тут я смотрю. Владик, а где там заходить? Вот, тут, смотрите, даже мангал, сразу вот лавочки есть. Вот. А вот это, смотрите, что я хотела показать. Смотрите, вот кирпичи, ой, эти булыжники такие большие, видите? Вот такое они везде. Они везде, вот, везде, по всем, вот, смотрите. Вот так они везде. Вот. А тут-то можно... Ну, красиво, скажите. Ой, какая красота, правда? Супер! А тут вот такая дорожка вниз. Смотрите. Такая дорожка вниз. Как бы парк, не парк. Ну, уходит такой, вот, смотрите. Видно, не видно в лес. Вот. А теперь мы вот заходим на вот такую площадку. Очень интересно. Он у меня, Владик, уже качается, смотрите. Как качает, я лавочку сейчас. Вот, смотрите. Вот такая площадка. А ну, Владик, покачайся, покажи, как тут. Вот, смотрите. О, интересно, смотрите. Как качается. Вот. Ну давай, он всякие, смотрите, как. Мам, на это садись. Вот, сейчас я сяду. Смотрите, вон бегать, вон, ну, интересно, правда? Вон качели. Вон песочек детям. Это тоже. Это совершенно рядом с домом. Даже 5 минут нет ходьбы. Вот, смотрите. Вот, вот. Тут а вон собачка. А тут я на лавочку присяду. Вот. Прежде всего. Вот. Я хотела вам сказать. Вон Владик у меня. Владик, сзади на шортах возьми, убери этот. Бирочку убери с шортов. Вон как красиво. Вон. Видите, отдыхают люди. Он вообще, ну, супер же. Он. И везде вокруг леса. На этих булыжниках сидят. Вот это прям душой отдыхаешь. Прежде всего, хочу вам сказать спасибо за комментарии. Хорошие и не очень. Лайки. Вот. Видео я делаю небольшие, так что понимаю, что большие видео не заходят. Но так захотелось показать эту красоту неимоверную, красоту неимоверную. Владик, играйся, ты же сказала, будешь играться, а ты сидишь. Красоту такую неимоверную, что вот решила вам показать вот такую площадку, которая находится прям находится. Смотрите, вон деревья, смотрите, деревья, а вот там дом стоит. Смотрите. Прям в самом лесу. Вот. А там есть тропинки дальше. Прям в лес. Вот. Заходят. Так. Ну. Вот такая красота у нас. Вот. Завтра меня пригласили в офис. К волонтеры. То есть социальный работник. Будут меня спрашивать, какими видами спорта. Вот. Солнышко. Вот, не видно. Какими видами спорта будут заниматься мои дети. Ну. Когда будут в школе. Вот. Ну, не знаю. Я знаю, что они у меня все футболисты. Не любишь футбол? Хочет бассейн. Не знаю, как это и что это будет, так как я город наш плохо знаю. Даже не представляю, как это будет. Ну, как-то будет. Вот. Такие дела. Он у меня любитель посниматься. Прям весь снимается. Покажи меня. Вот это самое. Прям будет у меня артист. О,
Он бегает, показывает, что мама, покажи меня. Вон, смотрите, какие интересные. Вон, смотрите. О, какая вещь, да? Ну вообще. А, это божья коровка. Это божьи коровки. Такие интересные. Тут. Вот. Ну, вот такие дела. Я понемножку начинаю привыкать. Хотя иногда так накрывает, что страшно. Просто накрывает от тоски по родине, по своей земле. Это просто. Вот так ложусь и лежу. Надо мне, чтобы меня никто не трогал, хотя бы минут 15-20. Лежу просто, чтобы, наверное, ну, я даже не могу, вот кто вот меня поймет, не поймет, вот иногда, как это понять, это тоска такая, просто так вот волной накрывает, и ты вот пытаешься выбраться из этой волны, пытаешься вынырнуть. Ну ничего, потом опять выхожу, опять я женщина сильная, вот. Ну что, он кофточку приодела, потому что у нас только что-то прохладненько немножко, вот. Вот, короче, такие дела. Хотела я вам показать вот такую красоту, вот, неимоверную. Лес, ну везде лес. Все хочу показывать. Посмотрите, вон небо какое сегодня у нас. Вот лес, он. Брыла эти, лес. Посмотрите, ну везде. Он, бачите, видите, смотрите, прям дом стоит прям в лесу. Вот. Ну, красиво очень. Вот. Хочу вам сказать, что я вас люблю. Что, не знаю, что вы для меня как родные. Мои родные, хорошие мои. Вот. Владик у меня бегает, Владик у меня играется. Ну, еще побудем мы недолго. Ну, так, посидим чуть-чуть, да и пойдем. Ну, старшие мои дни захотели идти. Вот. Хотя место просто красивейшее. Я вообще очень люблю природу. Вот, не знаю, видно мне, не видно, я прям совсем не вижу тут солнце. Очень люблю природу. Для меня природа это, я не знаю, вот плохое настроение, выйдешь на улицу, видишь дерево, какой-то красивый цветок, и оно, знаете, оно легче на душе. Ну, у меня так. Я очень люблю природу и люблю, обожаю животных. Кошек, собак, всех люблю. Всех жалею. И дети у меня такие же. Ну что? Так, а ну-ка, немножечко встану. Но не вижу совсем ничего. Вас не вижу, мои родные. О, зашла хоть тенечек. А у меня вон тот Владик. Он. Вон он у меня, видите? Смотри, где сидит? Смотри. Ну. Блин, не попал. Чуть мне на голову не попал. Он вороны. Он. Так и хочу вам поделиться с вами этой красотой, этой прям неимоверной природой, суровой, но очень хорошей природой. И с добрыми людьми, которые тоже тут есть. Правда, я их еще пока не понимаю. Ну, буду прощаться. Это очень короткое видео. Я вас люблю. Приходите ко мне в гости на канал. Ставьте лайки. Я вас люблю. До встречи, мои хорошие. Пока-пока.